Что ж, очевидно, что таланты прекрасной половины безграничны. А еще в этом списке умение помогать людям. Буквально несколько часов назад в Минске озвучили имя «Профледи 2018». Подобный конкурс Федерация профсоюзов организовала впервые. И из сотни конкурсанток до финала дошли только 8. Какая она, первая красавица профсоюзов, увидел Александр Хравец. Вначале их было сотня. До финала конкурса дошли только 8 лучших представительниц профсоюзов со всей Беларуси. Татьяна Пашкевич уже 5 лет следит за тем, чтобы в ее коллективе был комфортный микроклимат. И вроде получается. В подобном проекте участвует впервые. Признается, девушки хорошо подружились между собой, но все-таки конкуренция присутствует. Есть чуть-чуть конкуренции, но я всех воспринимаю как личностей. Мне очень интересно со всеми пообщаться. И на самом деле для меня номинация уже не так и важна. С такой высоты было как-то немножко и страшно, и в то же время восхищение, восторг. Лилия Лебедева хоть и водитель со стажем, но в кабине огромного БелАЗа сегодня впервые. Высота и габариты автогиганта покорились девушке. Признается, что-то подобное испытала после того, как вместе с коллегами смогла помочь организовать лечение мальчику, который болен раком. Помогали маме в самом начале, то есть и помогали и счета открывать, и первые сборы собирать, и проводили ярмарки благотворительные. Ну, ребенок уже идет на поправку, он уже вернулся домой. Поиск наиболее инициативных и активных представительниц профсоюзов и есть главная миссия проекта. «Профледи» – это не конкурс красоты. Организаторы подчеркивают, искали девушек, которые знают, как защищать права и интересы коллег, а также умеют помогать не только словом, но и делом. Конечно, отбирали в первую очередь по профессиональным успехам, собирались характеристики, и в том числе отбирал сами люди, то есть был онлайн-голосование на нашем сайте. И пусть они не профессионально дефилируют, не всегда умеют работать на камеру и позировать перед фотообъективами, но эти девушки точно знают, чего хотят добиться в жизни и как воплотить свои идеи в реальность. И вот он, самый волнительный момент. Буквально через несколько мгновений жюри назовет имя победительницы. Позади у этих красавиц десятки испытаний, с которыми девушки справились на отлично. И все же корону «Профледи 2018» сможет примерить лишь одна конкурсантка. Получает Лилия Васильевна Лебедева. Для Лилии Лебедевой это первый подобный конкурс и сразу триумф. Да такой, что девушка просто растерялась от неожиданности. Что чувствовала? Чувствовала, что я теперь, подождите, сбилась, подождите. Я не ожидала, все девушки очень достойные. Мы со всеми очень близко познакомились за это время. Конкурс «Профледи 2018» уже история, но для финалисток он останется в памяти навсегда. Как и бесценный опыт, который они получили во время испытаний красотой. Александр Хоровец, Андрей Гордобоев и Александр Берецкий. Агентство «Теленовостей».